中国的音乐是五个音，弓、商、角、筝五个音。这五个音用在五个动物身上。 你们在练的时候，在每一个戏开始的时候，有这个动物的声音出来，诱导大家进入这样一种状态。所以，我觉得你们这个音乐天赋很好。 我在旁边看了，大家都能够跟着老师的音乐起来合得很好。好，现在我开始解释动作，第一个动作是呼吸。第一个是举起来的动作，大家看我做一遍。第一个是举起来的动作，大家看我做一遍。 这个动作大家要抓住两个关键点。第一个关键点就是手的手心的三个变化。撑开，确实要有弹性。然后拧起来，小指开始拧起来，握紧。 要求这个拳要握得很紧。但是拳握紧，身体其他的地方都要放松。这样手撑开握紧，有利于我们的血液循环到手指。 Они тоже работают, как цикл идет, сам вверху внизу идет, везде идет. 在很冷的天气下面，大家多进行这样的手指运动，时间长了，他手上会有气感。 Вот мы, может быть, вы чувствуете, да, когда зимой, да, холодно, вы не двигаться, они просто, если много двигаться, они тепло будет, здесь чувствуете. 第二个，这个拳和手掌的变化以胸为界限。 握拳以后松开的时候，以胸为界限。 Когда от кулака начинаем понимать наверху, когда открывается место, да, и груди место начинает, здесь начинает открывается руками. 慢慢松开，逐步走。 И свободный, спокойный, потихонечку открывается свою работу, кулак. 最后两手向上托的时候，一定是要朝正上方托起。 Когда руки почти наверху, когда не на другую сторону, а лично от себя прямую наверх. Обычно объясняют, что это руки не просто держи, такая на месте, держи что до конца, до неба. Чем дальше, тем лучше ощущение. Тогда можно действительно открывать свои внутри все, чем больше. 正上，正上，那是прямо на перейти на первый。但是有的人肩关节很紧，也没有关节，你只要意识朝正上方。但是，это ничего не страшно，просто у кого здесь очень твердо，да，не как девушка там очень назад，так тоже можно，но по своему мнению на первый идет。好，大家跟我做一次。Давайте раз повторим со мной。好，撑开，袖手指。Скибание。握拳。 руками握紧，и сильно，全身其他放松，肩什么都放松。и других места по свободным слабым。好，提起。держи。到了胸，慢慢放松。
И как только груди уже свободные, открывается, открывается. Сол托到天上. И до конца по небу поставить. Чем больше открывается, тем лучше. 再敲手指. Тогда скипание. 握拳. И по очереди так. Да. Свои ткани. До груди видел. Сон. И свободно. 好, 连贯, 坐. Еще раз. Всегда вот тело, а глаза и руки, за руки идет. 好, 有没有问题? Есть ли какой вопрос? 明白了, 记住了. Поняли, да? Yeah. Ребята, ребята, если поняли, скажи да, если нет, то скажи нет. Потому что бывает человек, ну как мне скажет, что я говорю, это непонятно. Хорошо? Я пускай не надо. Конечно, я вам не должна быть. Как? Лок, когда опускает, лок. После сердца места, как чувствует ощущение, что тяжело висит, он толчок на мерку. Вот теперь, как гимнастика, видите, там спорт, вот черкиваю на себе тело на мерку, а мы сами вниз. 到了这里按下去的时候, 好像水上有两个球, 克服大的浮力, 慢慢按下去. А когда после этого думаешь, что внизу мяч есть, и толчок идет вниз. 这么一个简单的动作有四个意义. Вот это один, просто один движение, да, если уже объясняли, четыре мнения. 所以他手心怎么样, 就是如果提东西的话, но когда я буду взять что-то тяжело вещи, они будут два руки, центр к себе идет. 朝上托. Наверху. 拉下来的时候手心也是相对的. Одинаковые, когда вынимем что-то, тоже руки центр к центру. 对. 下来. 手和肩是一样宽的. Руки, вот ширина со своей плечью одинаковая. 手的路线是上下垂直. Вот руки линии, движение идет вверху, внизу, они одной линии. 对. 不要做成, 这个就不对了. Не надо квадратно делать движение. 直线上. 拉下来. Видите, перед себе лицо, перед тем, прямо-прямо. 第二个. 2. 这是一个模仿老虎扑食的扑动物的. Ну, это движение типа, которое тигр увидел свои питания. Вот курица, например, он увидел, хотел поймать вот это движение. 这里第一个动作, 这个动作. Вот это, смотри, вот первое это движение. 这个动作我们是跟动物学的. Ну, это из-за этого, что за его научится. Ну, спросили, кто-то дома есть. Кошка или собака есть? Да. Есть. Да. 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 Мы тоже, ну как, четыре нога типа, да, пешком идет. А потом почему-то мы стоим. У нас спина, тогда начинается проблема. Потому что есть вес. Раньше не был вес, теперь вес. Мы через это движение можем открывать свои позвоночники. 所以经常锻炼对腰很有好处. Поэтому это движение можно часто заниматься для спина лучше. 这个动作我讲两个要点. Я внимание два момента. 这个动作怎么做? Вот это движение, посмотри. 两张. Где свои? 做这个动作的时候，大家注意四个点. Четыре момента. 第一. Первое. 要尽量手向前扑.
руки. Чем тоньше, чем лучше. Поймать будет. Поймать, да, да, да. 手向前，而臀部这个位置 назад， 这样就把这个腰给它拉开。头要抬起来。腰向下。И вот позвоночник увидела, они наоборот мост. Мост такая, он сейчас такая. 他这个动作错了，膝关一定要挺直。А здесь шейка была, у его колени сгибание было, надо прямое. 这样大家就会感到把后胸的肌肉全部拉开了。Такая движение заметно, уже открывается все задние мышцы. 我们教人家的时候，可以克服他的时候，给他拉开了。Как-то мы как тренировал учебный процесс помочь, затягивал свои руки, дергиваться. 叫他注意四个点，向上、向下、向后、向前。大家清楚了吧？我问你了。哎，这个动作很关键一点，每个人的柔韧性不一样，有的人这个腰硬一点，高一点没关系。Вот это, потому что это движение как разных человек, своей организма нету. Кто очень как-то скипательный, кто не скипательный, это ничего не важно. 标准动作就是这两个手一定是要和地面平行。 Вот важно, что правильное движение двух рук обязательно параллельно. 而且做这个动作的时候，我们眼睛要瞪大，像老虎一样的。 Вот это еще, что это движение глаза очень важно, как тигр глаза очень сильно, что ищет свои. 对。 他说，这个弯曲背部的弯曲是不要尽最大的努力。对，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 
如果很高一点，如果到这个位置也是对的，但是手必须要了。Потому что это такая тур можно. Можно, потому что каждый человек постановил. Но лучше, не, лучше так горизонтально, да. Но вот нечего. Потому что как взрослый человек, они не могут, как вот это, ребята, он не может, ничего не страшно, ничего не страшно. Но самый важный момент, что руками прямой и с землей как параллельно. Если они не параллельно с землей, тогда не получается перейти. Они могут быть наверх уйдут. Цепка, понимаешь? Полный. О, голова понимает. На его смотри, на его смотри. Как тигр, давай краза, не смешное. О, краза. Да. И еще можно, потом ты девочка, здесь спина может чуть-чуть вниз еще. Молодец. У тебя попробуй, что как своя спина, ну как сказать, как волна идет. 这个激素的蠕动非常重要，激素一动动起来，我们的整个内脏全部动了。因为我们的内脏全部是挂在激素上面。我们中国的中医讲究人的经络。 В Китае, особенно медицинские, много говорят, что внутри как вены связаны. Особенно у нас в Китае традиционные, национальные, говорит инь-я. Вот это впереди называется жэ-винь. А сзади называется тун. 后面的督脉管阳的，前面管阴脉。Вот управление задней это ян, а управление передней это ин.所以这个激素一动动起来，就是我们的任脉和督脉贯通了。Поэтому как-то у нас движение идет в этот ванна, они связаны уже в этих двух мы это вин, да, они будут встречаться.
好，我们先做这样一个动作。Давай нам попробуем это движение просто. 好，大家去做。画地。Попробуй просто. 对。然后我们把这个动作和我们的脊柱运动结合起来。Вот теперь попробуй продолжай и связывай позвоночник. 这里。Позвоночник. 大家看啊。手伸出去以后，下来的时候，脖子托不起来，臀部朝前，扣起来，大臀比基，这个脖子比基，臀部肌，对，好，伸，我是马腿，圈，对，好，是这个脊柱蠕动起来啊。Он как сделал свои позвонки, как волна идет.起来，这个动作在中国气功里面有一千多年的历史。Вот это да, китайская записка есть история более тысячи лет. 是气功里面很重要一个动作，就是通任脉和督脉。Вот это движение, у нас считается очень важным моментом для 气功的тогда времени. 所以你们刚开始教的时候，一定要教人家把这个督脉给它动，任督脉动。А поэтому, когда учит кого-то, должно быть понятно, важно, чем идет.好，大家再跟我做。Давай, 需要咱们放松一点。Давай, 到后面。对，到这里，好，挺起来。Открывается, и передача, открывается сгибание. Вот живот прямо. Что мы так хотели, как у меня? В этом открывало. Тебе передать перейти. Хорошо.Если вы чувствуете, что себе не очень хорошо, что-то немножко простыл, старается, что делать 100 раз, чтобы было немножко пот, тогда очень возможно, что там от своей поты уже лучше будет. 下面我讲第三个动作，大家下坡的时候。Давай сделаем третье движение, которое у меня. 这个动作是向前，这个是向下，按住一个动作。Вот это тоже движение, там поймается, да, перейти, а ты уже захватывала вниз, взял что не. 就好像老虎按住一个羊一样。Ну, показал вот это, как он сам, тигр взял свои питания. 所以不能太高，太高羊就跑掉了，要按下去。Поэтому нельзя высота.Вот низу на. Тогда свой питание убежал. Хорошо, давайте ко мне идти. Идти. Давай попробуем. Вперед. Вперед. Пансон. Вперед. Сгибание. Вверх.放松，腰要放松。我的肚子比现在是往后面的，再放松。对，好，脚收回。紧，你需要啥子？全身。一边的紧带。手要平。手要平。对，下按。一起放。把这里背起来，下坡。这样。好。放下，哎，下棋，那是哪一次？内合，腹部推，下按，问你是。好，大家这动作清楚了吗？那，你们那是多年的？有问题吗？对。好，别吵啊！你们知道中间每一个动作，每一个戏中间为什么要加这一个动作？不是，вы понимаете, что почему каждый перед, ну как движение нужно?Какой подход идет, знаете? Чудо. Ну, вы сейчас спросили, почему, вы знаете? Нет, нет, я спрошу. Ну, вот тогда я скажу. Я же почитал. Хорошо, я думаю, есть три смысла. Вот я буду объяснять, это три значения. Первое, мы делаем хупу, когда 有的动作幅度比较大, 感到呼吸有点不畅的时候,
ты用这个动作调整呼吸。Вот первое, как-то мне делает вот это тигр движение, у него пару движений очень большой. Бывает, что кого-то, потом организм не одинаковый, куда-то дыхания не хватает, вот здесь поправить дыхание. 第二，练五禽戏的时候，每一个戏的意思不同。我刚才练鼓的时候想到鼓，但是当你做这个动作的时候，你就要把鼓忘记，想到路，意念的转换。Второе, потому что у нас не только один стиль, есть пять стилей. Вот каждый стиль есть свои мнения, мысли. Поэтому вот у нас тигр закончила, должен быть поспокой просто. Вот тигр мнение, тогда уже ног начинается. 第三。放这个动作的目的，也就是可以把五个戏给它单个的练习，也可以整套练习。Третье значение, вот сделай это движение, можно сочетать. Мы целый конкурс, пять видов, пять форм вместе занимается. И тоже можно, что один сам себе закончит. Тигр закончит и все, я закончу, тоже можно. 我们五个戏对五脏、对内脏的作用是不同的。Потому что пять животных как развитие, а свои органы не одинаковые функции. 肝、胡和肝相对。Вот это тигры боли на своей печени. 当然，这个中医的肝是讲它的功能和西医的肝不一样。Потому что бывает китайские, ну восточные медицины говорит печени с европейцем. Печени говорит не одинаково. 中医认为肝和人的眼睛有关系。Китайские традиционные медицины говорит печени боли связь свои глаза.所以练的时候，练的时候要眼睛瞪大，模仿老虎虎视眈眈。Поэтому, когда вы сделали тигр стиле, надо чем больше открывать глаза, тем лучше. Но показывает его злой такой ощущение. 肝和我们的筋骨有关，所以我们这个手指动作就要有力量。Но печень тоже связан очень хороший так связь своими руками, поэтому как руки делать надо метко сделать. 所以加了这样一个腿部的锻炼。Поэтому специально те ноги, которые есть как бы маленькие.